Еще одна позиционка для Енисе. Мартин на левую переложил в проходе, завис. 11 очков у Ратон Мейса. Несмотря на то, что еще 3 минуты только в первой четверти играть, Хопкинс задудит. Понимает, что можно спокойно попытаться еще 2 очка набрать. Проход идет и все-таки зависает в воздухе. Возвращает, там не было смены. Щербенев по-прежнему защищается против Джеремая Мартина. Тот левой рукой атакует из 3 секунд. И снова Мартюк наверх поднимается для того, чтобы защищаться против игрока с мячом. А мяч проваливает. Мартин резко меняет направление и, посмотрите, находит. Заслон есть, но вот размена не случилась, поэтому нашел попытка номер 2. Мартин на Бобича. Тот попадает с той задачей, чтобы мяч вывести в зону атаки. На Белашова передача проходит. Красноярцев и Мартин против Елатонцева. Кирилл, хорошую работу на ногах.